Всем привет, Ливадия, 3 мая, органный зал. И вот здесь, возле органного зала, высажены экзотические растения. Сейчас покажем. Начнем отсюда. Финик канарский. Трахикарпус, хамеропсы, юки. А вот сам органный зал. Хамеропс. А вон еще финик. Бугенвилия возле стены, ну вот по стене бьется бугенвилия, двух цветов, такая оранжевато-розовая и малиновая. Финик. Финик канарский. Ну, я так предполагаю, вроде ему около 10 лет они тут уже растут. Вот. В этом году были без укрытия. А вот бугенвилия. Органный зал сегодня закрыт, так что приходится снимать из-за забора. Бутия капитата. Тоже в этом году без укрытия зимовала. Вот хамеропс шикарный. Ствол он такой, я думаю, уже около 3 метров, как думаешь? 3 метра, более, ну, 2 метров. Ну, более 2 метров точно. Он крупномерным и высаживается. Так. Это вот новая постройка у них. Фонтан. Ну, жалко, что, конечно, внутрь не прошли. Thank you.
Так, еще бутя. Вот она такая. Ну, этот финик свежий. Как бы высадили его, это первая его зимовка. В прошлом году был посаженный, значит, ну, потерял вай. В 15-м году. В 15-м году, ну, вот год, я говорю, да. Вот. Выглядит вот так вот. Так, и в Вашингтоне. А вот еще бутия. Но бути шикарно себя тут чувствует, я смотрю, вообще идеальные практически. Без повреждений. Да, даже и намека на повреждения нету. Вот. Так. Ну вот у нас получается в Вашингтоне, вот они. В Вашингтоне, конечно, пострадали. Наверное, тоже без укрытия зимовали, да? С укрытием. С укрытием в Вашингтоне. В Вашингтоне были укрыты спандексом. Так. Ну все, всем спасибо за просмотр.